Мальчишки и девчонки так ждали новогоднего чуда. В эти праздничные дни заветные желания детей исполнились. Специальная программа была организована в Щелковском театре. Здесь состоялась елка главы городского округа Щелково для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это особая социальная миссия. Мы с особым трепетом принимаем наших деток у нас в стенах театра. И сегодня и добрый волшебник Дедушка Мороз подарит деткам настоящую новогоднюю сказку. Встреча с главным зимним волшебником – то, чего особенно ждали. Дед Мороз и другие герои поздравили ребят с праздником. Песни, хороводы, игры. Театр подготовил интересную программу. А в конце юных гостей ожидал сладкий подарок. Новогоднюю елку в этот день посетили более 100 детей. Главное – праздничное настроение, позитивные эмоции и впечатления, которые, впрочем, остались не только у мальчишек и девчонок, но и у их родителей. Все замечательно, нам понравилось, детям тоже понравилось. Спасибо за праздник. Большое спасибо. Это очень важно для поддержки детей и родителей, которые не могут что-то обеспечить более серьезное для таких детишек, потому что они просто не выдерживают длинные представления. Да, очень понравилось. Спасибо большое. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.